в полуфинал приготовили специальную песню, казахскую песню, но текст мы поменяли под джюри. Она вот прям живет в этом образе, как говорится, как одно целое, там целая прям картина, рассказ, вот жизнь своя теплится. Ну вот видишь, Клара, мы и сами справились. Если она уже научилась без крыла говорить, не прикрывая ротик, это уже говорит о том, что участник работает над собой. Смотрим, я прям не хочу гадать именно в адрес Клары, я хочу, чтобы удивила. Целуем вас всех! На сцене Central Asia's Got Talent Айша Алмат. Здравствуйте, меня зовут Айша. Это моя подруга Клара. Нур, добрый вечер, друзья. Нурлан, мое почтение. Кайрлу Кеч Гульнур, вы, как всегда, великолепны. Салон Ситара, красотка. Отлично выглядишь. А Серикан, все нормально. Растан как-то изменился. Клара, это не Серик, это дядя Зафар, известный таджикский певец, также музыкальный продюсер. Какой интересный мужчина. Нурлан, без обид. Айша, сними мне шляпу. Клара, давай уже выступать. Чем ты сегодня будешь удивлять жюри? Летом я посещала уроки классического вокала. Сейчас я это продемонстрирую. Айша, Клара, привет! Здравствуйте, Кумар! Привет, привет! Как дела? Отлично! Тебе понравилось твое выступление? Конечно! Я же звезда! Ай, молодец! Давайте послушаем, что скажет наше жюри. Привет, Кларочка! Здравствуй, Ситорочка! А я за тобой еще в Инстаграм наблюдала. Ты же звезда я такая. Вижу. Ты меня лайкнула, и я тебя. Песня в твоем исполнении просто замечательная. Ты просто красиво поешь. Спасибо большое, девочки. Вы просто шикарные звездочки. Спасибо. Айша, Клара, спасибо. Увидимся позже с вами. Рахмет.
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.